Тем временем дела спорятся, и изменения исторические, любые летописные, рано или поздно наступают. Как и по истории, в Венеции наступило резкое развитие, которое способствовало, безусловно, расширению территории, однако расширение проводилось и качественно. И одна из основных территорий, которые достались Венеции, это Родос. Великолепный остров с великолепной крепостью на нем, которая могла бы обеспечить Венеции выход в Малую Азию. Однако перед этим еще предстояло преодолеть несколько проблем. В частности, это доминирование халифата фатимидов на море. Оно было практически бесконечным, так как флот фатимидов был огромен, казна их постоянно пополнялась, войска их преодолевали как крестоносцев Сицилийской республики, так и Сицилийского королевства, так и любых других крестоносцев, которые могли прийти на их земли и попытаться воспрепятствовать фатимидам уничтожить Иерусалимское королевство. В эти дни жестокое противостояние между исламом и христианством обострилось. Но обострилось в основном не благодаря крестовым походам, а благодаря тем источникам прибыли, за которые огромные державы начали бороться. Причем бороться с той ожесточенной обреченностью, которая могла привести либо к гибели одной стороны, либо другой. В этом всем венецианские дожи усматривали только одно – собственную выгоду и собственное пополнение ресурсов. Как раз, можно сказать, таким таинственным образом появился один из древних документов, который дож Федерико прочитал в эти дни, сидя в своем замке, наблюдая за располагавшимся где-то там далеко на периферии закатом. Книга предложений. Студент Пьера Беляр Петра Ломбардского пишет книгу предложений, которая отвечает на фундаментальные вопросы богословия с цитатами из Библии и различных христианских мыслителей. Его книга становится стандартными текстами во всех университетах 13-го столетия. Такой себе теологический учебник, который позволяет действительно, кроме библейских трактований, принести еще нечто свое. Иерусалимское королевство пошло на верный шаг в дивных, трудных условиях данного времени и заключило перемирие с Конийским султанатом, что выгодно было как Венеции, так и, конечно же, самому Иерусалимскому королевству, находящемуся на грани гибели. Тем временем войска венецианские росли. Орден убийц, с помощью которого как раз и были найдены древние рукописи, предоставленные в распоряжение венецианского дожа, также пребывал в членах. Безусловно, было очень трудно получать в свое распоряжение громадное количество опытных убийц, поэтому все это прогрессировало медленно. Но все же кое-что и получалось. Что же это за рукописи, которые попали в руки венецианского дожа? Что ж, это была очень важная информация, которая сочетала в себе будущее и прошлое, которая сочетала в себе настоящее и возможное, вероятное, что ждало Венецианскую республику на протяжении дальнейших веков ее существования и развития. Но перед тем, как ознакомить вас с некоторыми положениями этой рукописи и с некоторыми тревожными предупреждениями, содержавшимися в ней, стоит обратить внимание на общее экономическое состояние нашего государства. А оно, нельзя сказать, что оставляло желать лучшего. Безусловно, нет. Экономика росла, увеличивались запасы, увеличивались войска на содержании, которые могли быть мгновенно выставлены под стены любого враждебного государства. В то время как было заключено перемирие с Византией, безусловно, появились новые желания у знати венецианской. И эти желания сочетались с таким городом, как Фессалоники. Безусловно, дальнейшим моментом завоевания должен был стать именно этот город. Ираклион в то же время находился под некоторым давлением халифата фатимидов, так как мелкие войска
данного халифата все же пытались пригрозить ему своим появлением и, возможно, помешать захватить нам Родос, но ничто не могло воспрепятствовать. Патриций Леонардо тем временем стал кандидатом в члены военного совета, таким образом добавив еще мощи и славы венецианской армии, которая в разные века, между прочим, отличалась отличным умением. Несмотря на то, что никогда Венеция не славилась громадными полками, способными мгновенно быть призванными на протяжении всей империи, она в то же самое время имела в своем распоряжении отличных командиров, которые неоднократно и не в одном из союзных государств, а во многих, показали свои отличные, в основном не полководческие, а именно тактические и стратегические навыки. Удивительный расклад. Финансы. Во Франции финансы преобладают все возможное. Интересно, что для нас это в принципе выгодно. Вы помните, что мы говорили о Священной Римской империи. У нас выходит так, что на карте вот это вот противостояние различных держав уравновешивается другими великими державами. Мне кажется, что лучше всего в Европе это сможет сделать Франция по отношению со Священной Римской империей. Безусловно, Византия тоже может противопоставить Священной Римской империи, но, пожалуй, Византия должна прийти в определенный упадок, прежде чем мы прекратим ее давить. Хотя есть такие планы, безусловно, у нашего дожа, который не желает задавить полностью Византию, ибо она служит своеобразным буфером для наших теперешних территорий и для того, чтобы не допускать расширения Священной Римской империи туда дальше, на восток и на юг. Как зовут вашу проблему? Мне жертвы, все, что мне нужно. Да что же это такое? Ну почему? Почему столько убийц у нас терпит неудачу? Вы видели, что у нас 10% иногда убийцы убивали, а здесь 26% и больше процентов, и ничего не получается. Сложно, сложно действительно. И у нас, кроме того, есть задание совета, которое мы хотели бы выполнить. Просто это было бы отлично, но, к сожалению, никак не можем его выполнить, поэтому приходится, наверное, на нем положить крест и оставить до лучших времен, коих, безусловно, за 7 ходов будет не столь много. Поэтому здесь, несмотря даже на опытность нашей гильдии, ничего поделать не получится. Хотя некоторые наши убийцы на религиозном поприще достигли успеха. Были уничтожены православные священники, пытавшиеся вдураться, возмутить толпу и превратить ее в подвижников вражеской религии. Тем не менее, мы потеряли своего лазутчика. Такой неадекватный расход агентов, безусловно, вызывает возмущение любого наблюдающего за сими делами. Но наша экономика позволяет стерпеть все, что угодно. И в том числе присутствие в ней сотни агентов, способных на различные вещи. Какая замечательная вещь. Некоторые убийцы очень успешны и подают хороший пример своим собратьям. Им бы и стоило следовать этому замечательнейшему, яркому и положительному примеру. Жду приказаний. На что же мы ждем? По поводу свитков. Эти свитки касались Востока. Угрозы с Востока, древние угрозы с Востока, которая не раз появлялась на западных землях. И написанной рукой древнего старого летописца, в ней содержалось такое предположение. Летописец приводил в пример множество нашествий с Востока, ираноязычных, других племен, также гунов, которые явно и ярко свидетельствовали о том, что Восток — это постоянный источник неприятностей, для цивилизованного Запада. Безусловно, здесь летописец высказывал свою точку зрения, однако эта точка зрения сводилась к весьма интересному выводу. Для своих последователей, тех, кто будет жить в следующие века, он оставил важное предупреждение. Однако это предупреждение мы узнаем после захвата Родоса. У нас это удалось, причем эффективно, и Родос отныне в наших руках. Прославим Господа! Господь даровал нам победу! Придется, наверное, либо ограбить, уничтожить поселение для того, чтобы оно полностью подчинялось нам, к сожалению. Да, другого выхода я не вижу. Замок был очень большим, и поэтому
он должен быть сокращен. Как я и рассчитывал, в этом замке мы можем нанимать кавалерию. Ну, сможем нанимать кавалерию при исполнении многих условий. И, о радость, у нас есть кое-что очень интересное. Капитул гостеприимного ордена Святого Иоанна. Войска с бесплатным содержанием 1, кавалер ордена Святого Иоанна. Максимум 1. Госпитальеры или иоанниты, суверенный военный странноприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. Орден Святого Иоанна, мальтийские рыцари, рыцари Мальты. Основанная в 1080 году в Иерусалиме в качестве анальфийского госпиталя, христианской организации, целью которой была забота о неимущих, больных или раненых пилигримов в Святой Земле. Вот так-то. После захвата христианами Иерусалима в 1099 году в ходе первого крестового похода организация превратилась в религиозный военный орден со своим собственным уставом. На орден была возложена забота и защита священной Святой Земли. Вслед за захватом Святой Земли мусульманами орден продолжил деятельность на Родосе, владыкой которого он являлся. Находящийся в вассальном подчинении у испанского вице-короля Сицилии, Иерусалимский, Родосский и Мальтийский орден Святого Иоанна ошибочно называют орденом Святого Иоанна Иерусалимского. Это неверно. Иерусалимский называется самый орден, но никак не Святой Иоанн. Ой, такое ужасно записанное, вернее составленное описание. Ну, очевидно, что мы поняли, что есть определенное преимущество у этого ордена Святого Иоанна, и этим преимуществом нам нужно воспользоваться. Единственная проблема, которую я сразу хочу осветить, это то, что Стефана Вендрамин для того, чтобы нанимать хороших рыцарей, тех же Святого Иоанна или каких-то других рыцарей, конных рыцарей, должен быть опытным военачальником, то есть членом военного совета, с правом найма рыцарей. К сожалению, у меня большие сомнения в отношении того, что у него это получится. Поэтому пока что, наверное, мы Родос оставим восстанавливаться потихоньку, и лишь когда придет час нужды, обратимся к нему в найме лучших юнитов, которых только возможно в нашем государстве. Да, Стефана Вендрамин, несмотря на свой преклонный возраст, к сожалению, не блещет никакими суперскими заслугами, ну, хоть верным является, и то хорошо. Впрочем, нас интересуют дальнейшие завоевания, раз Родос уже наш, и стоило бы вообще на этот данный новый цикл, состоящий, я думаю, из 4-5 серий, задаться определенными целями, которые выведут нас на прогресс. В принципе, хорошая привычка, помогающая, безусловно, понять, насколько эффективно происходит прохождение, и этими целями будут являться, мне кажется, помощь Иерусалимскому королевству, это мы положили в самом начале прошлого раза, то есть ослабление халифата фатимидов определенное. Это, несомненно, будет попытка определить себе дальнейшие цели, противостоять распространению Священной Римской империи какими-то такими легкими, пока возможными способами, чтобы не дать ей слишком разрастись. Это подвижки в сторону Константинополя, нам было бы неплохо следить регулярно за ним, что мы и делаем сейчас с помощью лазутчика, и определить момент, когда нам будет выгодно вмешаться и захватить, возможно, этот самый Константинополь, подчинив его венецианской воле. Еще один немаловажный момент – это казна. Есть большое желание довести ее до уже совсем других значений. Но насколько это получится, это, конечно же, мы увидим. И, безусловно, торговля. Торговля, нужно переходить на другой уровень и получать в свое распоряжение другие точки. Мне кажется, убийц стоит использовать для подавления торговцев вражеских. И еще одна новость. Мы можем назначить новый крестовый поход. Этот момент также нужно контролировать. Жаль, у нас возможность ограничена, хотя она ограничена весьма полезными вещами. Это халифатом фатимидов в основном, который является нашей первоцелью. И, наверное, мы поможем Иерусалимскому королевству как раз тогда, когда вовремя назначим крестовый поход. Переходим к следующему ходу. Само собой, мы не оставим и историю. Вы помните, на чем мы остановились? На трагедии в семье Пьетро Арсиола II. Того человека, который больше всего сделал, пожалуй, для Венеции, но которому судьба так жестоко отомстила.
Отомстила она голодом, как вы помните, и болезнью его сына Джованни Арсиола, и также его жены. Несмотря на то, что жену не любили, Джованни в самом деле мог бы быть хорошим наследником. Хотя здесь венецианцы тоже не очень положительно относились к данному моменту, то есть они вообще желали, чтобы не было преемственности власти. Этот порядок был испокон веков, как традиция, чтобы не было никакой монархии в Венеции. Однако каждый дож раз за разом до 11 века пытался продлить свое правление, назначая своих сыновей либо соправителями, либо потом стараясь передать бразды власти в их руки. И получалось, как получалось. Поэтому это было огорчение, безусловно, для Пьетро Арсиола II. Он был поражен и фактически в возрасте 50 лет удалился в монастырь, где и в скорости умер. Такое вот окончание его великого правления. Новая гильдия у нас на Родосе, гильдия лесорубов. Мне кажется, что лучники, конечно, это хорошо. Тем не менее, я пока что не готов принять решение, а может быть и готов. Может быть, действительно стоит для себя сделать Родос сосредоточением гильдии лесорубов. Ведь вообще гильдии, они предлагаются не всегда, не часто. То есть при набирании, ну, насколько я читал, при том моменте, когда есть возможность набрать какое-то количество очков для того, чтобы гильдию предложить. Высокая инфляция снова посетила наше государство. Так что, опять же, во время высокой инфляции мы к крестовому походу присоединиться не можем. Можем, но это будет очень невыгодно. Да. Панела Микеле направляется в Бари. Для того, чтобы принять управление этим городом на себя. И вообще стоит заметить, что по истории часто многие государства, они призывали правителей более талантливых, более благородных из других государств, для того, чтобы те могли поднять либо их город, либо их государство и вывести его на новые высоты. Сейчас это тоже распространено, но совсем в другой мере. Я бы сказал, что многим городам большим в современном мире было бы очень выгодно приглашать действительно талантливых людей из других стран и делать их мэрами этих городов для того, чтобы решить проблемы больших городов. Наконец-то новый кардинал у нас Светлейшая Республика Венеция. Это классно, но это говорит опять же о том, что коллегия кардиналов для нас только-только становится открытой в очередной раз после долгого перерыва. Отлично, мы смогли получить как раз доступ к тому отряду, на котором сможем тренировать опыт убийцы. Но наша цель туда идти, к Константинополю. Как прикажете. Посмотрим, что дальше нас ждет. Иерусалимское королевство начали войну с халифатом Фатимидов. Новгородская республика с королевством польским это нас не сильно пока волнует. На это нужно обратить внимание. То есть Иерусалимское королевство нужно поддержать, иначе оно рано или поздно увянет. Я по многим отзывам, по многим комментариям читал, что это происходит фактически при начале игры. Многих людей, в частности, когда беседовал со своим братом, который уже поднаторел в прохождении Stainless Steel 6.4, то он рассказывал, что Иерусалимское королевство долго не живет. Поэтому то, что оно дотянуло нас до 58-го входа, почти можно сказать чудо. И это чудо хотелось бы поддержать для того, чтобы использовать этого союзника максимально в своих целях. И для того, чтобы наше венецианское величие распространялось на столь сложных территориях, в которых, между прочим, я напомню, вера исламская, то есть мусульманство. И, соответственно, нам будет очень трудно их завоевывать и в плане подчинения также. Но, пожалуй, для нас сейчас является большим преимуществом в конце-то концов выяснить, что же за предостережение оставлено было венецианскому дожу и почему оно нашлось именно сейчас. Летописец из всех былых нашествий с востока сделал интересный вывод. Он просчитал, когда они происходят, просчитал их периодичность и пришел к выводу, что проходит в среднем 1500 лет с тех времен, когда приходит громадное количество каких-либо племен и старается завоевать территорию развитого государства. Мы согласились на гильдию лесорубов. Мне кажется, пока что это будет вполне
логичным шагом. Учитывая такую периодичность и учитывая такой отчет, возникало, безусловно, много сомнений по поводу того, как, откуда, от каких пришествий, каких племен считать. Была одна проблема. Дож Венецианский вызвал в свое распоряжение историка, который должен был объяснить ему, каким образом можно было бы посчитать следующее нашествие. К сожалению, историк однозначно не смог и внятно объяснить, насколько периодично они происходят и насколько выводы летописца соответствуют объективной реальности. И вот эта вот трудность, конечно же, зависла пока в воздухе. Тем временем халифат фатимидов очень серьезную проблему принес венецианцам. Это осада Ираклиона. Осада была снята с большими усилиями, но тем не менее угроза оставалась, потому что халифат фатимидов не хотел отступать, а наши дипломаты были пока что на расстоянии, чтобы решить эту проблему мирным путем. Да, и хотелось ли решать или нет, тоже возникал очень большой вопрос. Самым главным достижением Дожа Федерико, несмотря на его преклонный возраст, это было наличие уже войска, которое способно было напасть на Фессалоники и захватить их в распоряжение Венеции. Конечно же, Федерико никак не мог успокоиться и смириться с тем моментом недостаточной ясности летописи, которая предупреждала о чем-то плохом, но ясно не могла объяснить, что именно это такое плохое. Он вспомнил как раз те времена, когда дожа Арсиола II постигли такие плохие времена, когда был голод, когда его сын умер вместе с его невесткой, и когда фактически постигла республику очередная беда. Соответственно, извлекая такие уроки из правления предыдущих своих предшественников, он мог прийти только к одному выводу, что чем лучше он развивает государство, тем больше проблема ему грозит. Это как в жизни, одна полоса черная, другая белая, и эти полосы, они сменяют друг дружку неизбежно. Таков закон вселенной и такова суть, в частности, и правления, и конкуренция в правлении. Ведь у него наверняка не было возможности посмотреть, как у нас сейчас рейтинги держав, рейтинги списки. То есть иногда внешний фасад государства, например, той же Византии, мог говорить о его великолепном могуществе. В то же самое время этот фасад прикрывал лишь разложение, ведущее к неизбежному падению данной державы. Возможно, кто-то сейчас, вот в нашем данном прохождении, из фракции воспринимает Византию все еще как сильного противника. В то же самое время Венеция, очевидно, знает, что противник этот увлечен слишком многими сражениями, и Константинополь, столица Византии, находится в почти что в осадной ситуации, что способствует осуществлению наших планов. Но эти планы должны быть еще разведаны до конца. Возможно, есть какая-то альтернатива Фессалоникам, в том смысле, что мы можем начать свою акцию устрашения или завоевания новых территорий в Малой Азии. Рано или поздно нам стоит это сделать. Родос — это хорошо, но дальше продвигаться требует от нас это время и вообще статус нашего государства. Если мы замкнемся здесь, до Малой Азии, и будем стараться захватывать многие земли Византийской империи, то тем самым ослабим буфер по сравнению со Священной Римской империей. Соответственно, возникает вопрос, брать Фессалоники, либо же, может быть, пойти в Малую Азию и там заняться нашими кровавыми черными делишками. Ответа на этот вопрос пока что нет, то есть стоит его обдумать, причем серьезно.